Начать заниматься творчеством никогда не поздно. На своем примере это доказывают участницы клуба «Активное долголетие». Каким только видом искусства они не увлекаются. Например, они регулярно посещают занятия кружка «Узоры для души», на котором педагог Елена Новоселова учит создавать по-настоящему уникальные работы. Этот кружок был создан спонтанно. Как бы я немножко художник. Вот, и мне захотелось просто поделиться какими-то вот своими наработками. Вот, тем более, что некоторые люди изъявили желание рисовать. Вот, и постепенно сложился вот такой вот круг. Картины создают из художественных элементов в виде сказочных цветочных узоров. Освоить эту технику может даже новичок, а преподаватель всегда сможет подсказать. Мы начинаем с простейших фигур, мы начинаем с кружочков. Мы начинаем с капелек, с листочков. Вот это рабочие тетради. Видите, как выглядят? Вот. То есть, чем больше нарисуешь, тем лучше как бы потом у тебя будет работа. У нас учитель хороший, помогает, направляет. Если ты там запутаешься, надо исправить все. После того, как ученицы научатся рисовать такие простые составляющие рисунка, они начинают собирать в единое целое все эти элементы. И в финале получаются цветочные узоры разной сложности. Какие-то цветы женщины придумывают сами, а какие-то срисовывают. Для вдохновения подходят даже самые нестандартные вещи. Это вообще очень интересная работа. То есть мы взяли просто пакетик, да, видите, вот. Взяли из этого пакетик элементы, и у нас скоро будет настоящая картина. По мнению художниц, такие занятия помогают отвлечься от каждодневной рутины, развивают мелкую моторику, поднимают настроение и позволяют находиться в коллективе единомышленников. Я хожу в этот кружок где-то с января. И с первого дня, как я сюда пришла, мне с каждым днем хочется сюда ходить. Здесь очень интересные женщины. С ними интересно беседовать, перенимать у них все то, что они умеют. Они мне помогают. В августе кружок берет паузу, а возобновит работу в сентябре. Записаться на занятия может любой желающий. Юлия Стаферова, Евгений Бех, Екатерина Давлятова, Видное ТВ.